початку хочу сказати, звідкіля з'явилось те, що ми тут зібралися. Ми 16-й рік проводимо міжнародний форум. Раніше це був міжнародний ялтинський фінансовий форум. І 3 роки зі зрозумілих причин ми проводимо цей форум в Одесі. Форум там проходив в сусідній залі, тут був, тут ми виділили цю залу. На форумі у нас біля 160 чоловік із 16 країн, а всього до кризи у нас 700 чоловік із 30 країн бувало. Це проходить в Україні. К нам приїхали около 160 чоловік із 16 стран. Мы провели уже, сейчас еще будет 3 конференции, мы провели конференции по международным финансовым рынкам, по финансовому рынку в Украине, провели конференции по моторному страхованию, по страхованию жизни и медицины, по социально значимым видам. Сейчас будет конференция для аграриев. Мы на этот форум пригласили аграриев Одесского региона и представителей Мирового банка и заряда официальных структур для того, чтобы они рассказали пути развития инвестиционной привлекательности Одесского аграрного сектора. И сейчас идет по управлению активами в нынешней финансовой ситуации. Ну, еще будет 1 конференция там по стратегическому менеджменту. Ну, так по итогам. Раньше это было до кризиса и до тех событий, которые у нас с 2014 года происходят. Я имею в виду военные события. Раньше на форум у нас более 600 человек из 30 стран. Ну, так идет работа. Едут коллеги, делятся. Мы в этой работе одна из ее миссий – развивать инвестиционную привлекательность нашей страны. Мы вот сейчас вы сможете услышать, мы не будем посыпать голову пеплом и говорить, как у нас все плохо. Рано или поздно оно поднимется, мы будем говорить о путях развития, ну, в частности, вот здесь, на этой конференции, нашего аграрного сектора. Скажите, пожалуйста, а насколько вот активно участвуют участники, насколько там, скажем, живая дискуссия, насколько практические результаты можно рассчитывать? По участникам, ну, я вам сказал, тут и наши, и иностранцы, около 40 докладов. Если говорить о участии, вот, например, по аграрной конференции, мы к форуму сделали просто как, ну, не знаю, как дополнительную опцию, эту аграрную конференцию пригласили аграриев. Ну, к сожалению, не отреагировали, я прямо скажу, чиновники обл. Администрации. Мы с апреля приглашали их до последнего дня. Ну, хорошо, что хоть пригласили аграриев, которые услышат, как поработать в нынешних непростых условиях с банками, с поставщиками, вообще по рисковости в аграрном секторе. Ну, активность, ну, вот такая активность. А как вы оцениваете практическую пользу от этого форума? Я могу говорить о финансовом секторе и об аграрном секторе. По финансовому сектору польза очень большая. Когда приезжают спикеры Англия, Германия, Австрия, Польша, Франция, они делятся своим лучшим опытом, делятся тем, они видят наше развитие, они далеко впереди нас, но они говорят, вот в ближайшее время у вас может быть такое, такое, такое. И люди получают информацию для своего перспективного развития. Это по финансовому сектору. По аграрным, ну, будет выступать, например, руководитель Лилия Сорока. Это руководитель проекта по финансированию группы Световому банку по Центральной Европе и Средней Азии. Человек такого масштаба, она будет показывать, что можно сделать, более того, что можно сделать сейчас для привлечения, ну, как минимум, оборотных средств в аграрный сектор. Она это покажет. А дальше, и мы достигли уже такого согласия, она и с другим, со своим специалистом Андреем Зариповым,
приехала, будут выступать, они согласились быть консультантами. То есть каждый из участников сможет консультироваться, спрашивать, показывать, у меня есть вот такое, на что я могу вообще рассчитывать. Потому что обратиться в банк, который скажет 20-22% по стоимости кредита, для аграриев это, наверное, неподъемно. Или надеяться в государстве какие-то льготы и надеяться на то, что государство сейчас обратит большое внимание на аграрный сектор, когда идет война, будем прямо говорить. Мало надежды. Вчера в выступлении премьер-министра прозвучало финансирование аграрного сектора, там 5,5 миллиарда гривен. Это то, что и в прошлом году. Можно понять государство. Каждый должен надеяться на свое, мы об этом сейчас будем говорить. И принцип такой, если на 4 человека дать по равных частях инвестиций, то через год у кого-то будет 0, у кого-то 1, у кого-то 2, у кого-то 3 части прироста. Понятно, что на следующий год будут давать намного больше, но тому, у кого будет 3 и 2 части, 0 скажут «до свидания» и «не приходите». Это же закон бизнеса, закон жизни. Вот об этом будем говорить. Но главное, тут будут практические инструменты. Вот так. Щиро дякую, що я можете приймати участь на цей захід у вас. Я хотіла додати трошечки, щоб ви знали трохи про мене. Я теж фермерка. Я маю своє господарство в Канаді. В Канаді я маленька фермер. Я маю 3000 гектарів. Ми маємо корів, ми маємо пшениця, канола і інші справи. І я розумію перспективи від фермера тут з України. Я працюю в Світовий банк. Обов'язково ми хотіли поліпшити доступ до фінансування для вас. Ми хотіли, як сказати, будити системи, що можна захистити ризики, що стосується аграрного сектору. І я розумію від перспективи банку і теж від перспективи фермера. Страхувати озимі, в основному, я пробував за всі ці 30 років, тільки компенсацію отримав один раз. Це коли заморозки були і рапс пропав. І вернула страхова компанія, я їй скажу, це ТАСС страхова компанія. А от сейчас только говорилось о том, задавал коллега вопрос. Мы в этом году посеяли из 900 гектаров рапса, мы посеяли 500 гектаров. И всходы получили где-то, слабенькие всходы, 50% всходов получили, где-то 150-200 гектаров. Знаете, я сегодня услышал новые какие-то ресурсы, что рассказывал Андрей Вие. Интересно страхование. Это один из красная строка или красная полоса, что прошла. Это по вопросу страхования урожая, страхования посевов в сельской местности. Оно было у нас и раньше. Сложности были с страховыми компаниями, так как они не все выполняли для нас необходимое. И многие компании, знаете, что и пропали, и обанкротились. Ну как обанкротились? Потому что никто с ними не заключал договора, никаких договоров. Потому что они или обманными путями, или как это было. Мы работали с многими компаниями. Последние лет 5-7 тому назад, когда возмещение было, это страховая компания ТАСС, которая возместила нам ущерб. Но с другими компаниями больше мы не работали. Почему? Потому что оно очень было дорого для нас, для всех хозяйств. И сельское хозяйство, как таковое, мало к нему и шли с чем-то новым. А вот сейчас я сегодня слышал, это новое по температурному режиму, это новое по осадкам. Если в течение какого-то периода времени не будут осадки, там недели, двух недель, значит, они это фиксируют и в течение определенного времени, там недели или сколько, возмещают убыток. Это определяется убыток по
развитие растений. И если влага не было дождей, не было, или температура была свыше, вот как она говорила, 33, 34, 35, 36, если в течение 5 дней определенного времени была такая температура и возмещалось 25%, а если 34, значит 50%, а если 35 градусов, то 75% возмещалось ущерба. А это уже температура, если была 36, то все 100% возмещались. Это что-то новое. Мы никогда это не было. Я за столько времени работал в вашей 30 лет в сельском хозяйстве, никогда такого не слышал. Я думаю, что это что-то. Я тем более говорил с ними, приглашал их в районные центры, где много сельхозпроизводителей. Тут сегодня было очень мало со всей области, если было человек 10-15 максимум. А у нас в районе только могут прийти не меньше 20 руководителей хозяйств, которые понадобятся этому. Мы рискуем. Вот сегодня возьмите. Я только сегодня узнал такое, что вот посеяли рапс. Посеяли 500 гектаров рапса. На 200 гектаров всходы были, а потом они пропадали, потому что засуха, не было дождя. Уже проходит месяц, нету дождей, мы посеяли. А все остальные гектары, они еще в земле, семена. Взойдут, хорошо, не взойдут, мы же рискованы. А оказывается, есть компания, ВАСП и, по-моему, еще какая-то компания. Если мы у них купили семена рапса, и засуха была, они не взошли, то тогда, возможно, они нам компенсируют эти семена подсолнечником, кукурузой, которая высевается весной. Если мы осенью потеряли, то они дают возмещение. Это уже шаг вперед сельхозпроизводителю. Многие вопросы, что здесь было затронуто, и где сельхозпроизводители задавали тоже ответы, это было приятно сегодня. Не участвовать в этом форуме. Спасибо тем, кто это организовал.